Здравствуйте, вы смотрите программу «Деньги». Гость нашей студии – генеральный директор «Теплоэнерго» Александр Котельников. Александр Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы к нам прям в спецодежде. Видимо, активно идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Да, я прям с ямы. Работы идут полным ходом. Конечно. Чемпионат мира по футболу не мешает. Ну, вокруг стадиона мы, конечно, не работаем, но окраины, слава богу, нам разрешают копать. А как чемпионат мира вот отразился на графике отключения горячей воды? Ну, довольно сильно отразился. Мы практически на полтора месяца вывели из отключения все объекты, на которые задействованы в чемпионат. А это не только стадион, это множество различных общежитий, где проживают волонтеры, сотрудники полиции. Поэтому у нас половина объектов мы сдвинули по графику. И, к сожалению, после окончания чемпионата нам нужно будет добирать, поэтому будем отключать в два раза больше, чем обычно. Но это так и все равно 14 дней, просто будет отключена большая часть города, к сожалению. И это будет сложнее, наверное, кто-то раньше ходил мыться к соседям, вот, к друзьям, а сейчас будет большее количество отключений, к сожалению. Но это просто требует... Ну, мы должны уложиться с подготовкой, нужно на 14 дней отключить, не больше, чем на 14 дней отключить и всех подготовить. Ну, к сожалению, с 1 июля выросли и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на горячую воду и отопление. Расскажите, на сколько процентов? Ну, вот здесь мы отличились уже, опять же, в лучшую сторону от многих. У нас складываются два процесса. Мы с 1 января понизили тарифы на 6%, одну из ставок. У Теплоэнерго две ставки. Ставка за мощность и ставка за энергию. Вот ставка за мощность с Нового года была понижена на 6%. С 1 июля у нас идет повышение на 3%. Но там, опять же, две ставки. Повышение разное. Одна на 3,9, другая на 3,4. Вот. Но чтобы не путать голову жителям, то на то в итоге с 1 июля жители начинают платить столько же, сколько в прошлом году. Это правда, что рост тарифов на горячую воду и отопление мог бы быть выше, если бы не модернизация оборудования и не сокращение других издержек? Ну, было не только ремонт оборудования, у нас комплекс мероприятий по снижению себестоимости. В первую очередь это, да, увеличение объема работ, в том числе увеличение объема работ, выполняемой собственными силами, чтобы меньше привлекать подрядчиков. Дальше большая программа по энергосбережению. Продолжаем потреблять все меньше и меньше. Ну и оптимизация структуры у нас, к сожалению, или к счастью для жителей, прошла. Сокращение персонала, люди уменьшились. Ну, кстати, людям это частично пошло на увеличение зарплаты. Но все равно в тарифы мы сумели сэкономить. А износ сетей какой сегодня? Износ сетей, к сожалению, большой. Ремонтировать нужно все больше и больше. Но, опять же, вот это лето не позволяет нам ремонтировать больше, потому что чемпионат. Потому что половина лета ушло на чемпионат. Вот будем ремонтировать осень, будем ремонтировать зимой. К сожалению, жители иногда этого не понимают. Им кажется, что зимой работать нельзя, на отопление можно. Мы перемычками обеспечиваем нормальную работу и ремонтируем до минус 15. Так что объем ремонтных работ можно делать больше, пока делаем, что можем. Наверное, и в рамках финансовых своих возможностей. Деньги-то... Ну, деньги-то да. Деньги-то достаточно. Деньги определяют объем работ, которые мы можем сделать. Вот. К сожалению, плановая цифра выполнять 5%, ремонт 5% сетей в год мы пока не дотягиваем. А почему что мешает? Вот именно отсутствие финансирования? Ну, отчасти из-за отсутствия финансирования, отчасти из-за отсутствия физической возможности. У нас просто нет столько подрядчиков в городе. Нам не дают разрыть такое количество дорог в городе. Просто если мы сейчас будем брать эти объемы, город, ну не встанет, конечно, но будет испытывать большие сложности. Руководство города нам пока это не позволяет. Ваш прогноз, как пройдем этот осенне-зимний период? Без аварий или их не избежать? Ну, я постучу по дереву, вот, чтобы аварии не было. Вот. Я уверен, что в зиму мы войдем нормально. В наших планах 15 сентября иметь готовность города к зиме. Мы уже который год в зиму входим хорошо. Вот. А дальше в процессе отопительного сезона наша задача не то, что не допустить возникновения аварий. К сожалению, трубы могут порваться в том месте, где мы и не предвидим. Но мы должны иметь все силы наготове, чтобы в момент возникновения аварии принять максимум усилий, чтобы локализовать и устранить ее очень быстро. Вот в прошедшую зиму у нас была одна такая большая интересная авария, когда у нас площадь Свободы парила, заливала кипятком. Но даже несмотря на то, что у нас весь центр города оказался отключенным на несколько часов, большинство домов даже не заметили, что произошло, потому что оперативно были выполнены переключения, люди работали всю ночь, и к утру следующего дня тот небольшой участок, 15 домов, который был отключен, он был также запущен. То
То есть мы не ставим себе панацеи уйти от аварии. Мы ставим задачу устранять аварии быстро и с меньшими заметностью для людей. Александр Олегович, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Удачи вам. Стараемся. Спасибо. Всего доброго. Вы смотрели программу «Деньги». Спасибо за внимание. До встречи через неделю.